Отсюда, с этого причала, началось наше знакомство с островом Бандос и одноименным отелем Бандос. Вот так же вот на лодочке нас сюда привезли. Катер идет примерно 15 минут. И через 15 минут вы находитесь уже здесь, на этом сказочном острове. Отель Бандос имеет 4 звезды. Это один из самых старых отелей Мальдив. Ему без малого 50 лет. Он претерпел несколько реноваций. Пройдя от пристани по мостику, сразу попадаешь на ресепшн. Такой вот ресепшн. Магазины с сувенирами. Здесь продают экскурсии, ночную рыбалку, просто рыбалку. Бар у ресепшена. Здесь же проходят все вечерние тусовки, анимация, показывают фильмы, выступают артисты. Это главный ресторан отеля, галерея. Здесь проходят завтраки, обеды и ужины у тех, кто взял пакет, все включено. Два зала. Идем посмотрим, что дают на завтрак. Смотрим основные объекты отеля. Все они расположены на главной улице. Несмотря на то, что сейчас зима, очень много деревьев находится в цвету. На острове есть мечеть. Сейчас покажу бассейн. Не совсем понимаю, зачем он вообще нужен здесь. При таком море с белоснежным песочком. Но кто-то здесь отдыхает. Вот такие вот здесь гарден-виллы находятся. Детский бассейн для малышей. Душевые. Бар у бассейна. Вот так вот это все выглядит. Папа!
клубхаус. Здесь вот есть детский уголок. Также здесь проводят дискотеки для детей. Сидят с малышами. На втором этаже спортзал. На первом теннис. Бадминтон. Корт для большого тенниса. Есть своя медицинская клиника. Центр. Здесь можно приобрести маски, ласты. Можно взять в аренду. Можно погрузиться. Здесь есть плакаты с рыбками, которые водятся здесь, на рифе. Рядом с дайв-центром находится место, где выдают прокат, доски, виндсерфинга, каноинг, тэппэддинг. Тут вход в бар. Такое вот меню в баре. В этом баре народу меньше. Здесь все столики под открытым небом. Всегда печет солнце. А здесь всегда дежурит цапля. Такой вот барчик. Здесь есть даже футбольное поле, которое здорово освещается ночью. Не знаю, кто здесь играет в футбол, но все же совершенно шикарное футбольное поле есть. Пальма, как пьяный лес. А вот наша бич-вилла 267. Здесь такой кранчик перед входом, ножки помыть.
Здесь у нас кроватка детишек. Это наша кроватка. Кондиционер. Шкафчик. В нем сейф. Телевизор. Один русский канал. Мини-барчик. Кто берет все включено, он бесплатный. Каждый день ставят водичку. 4 бутылки. Пополняют мини-бар. Чай, кофе. Дверка к соседям. Ванная комната. Туалет, биде. Ванна. Душевая кабинка. Вот такой вот Deluxe Room. Beach Villa 267. Попробую прогуляться вдоль острова, по берегу. Впереди Ocean Villa. Самое премиальное место в отеле. Виднеется Мале. Аэропорт там находится, откуда мы приплыли сюда. Это, видимо, одни из самых старых вилл. Здесь находятся еще два ресторана.
Хотя бриз. И там находится еще тайский ресторан. Но они... Эти рестораны не входят во все включено. Здесь в тайском ресторане повар прямо при вас готовит то, что вы закажете. Заливчик очень мелкий, очень теплый. Народу в отеле вроде бы много, но он весь рассредоточен по всему острову. Поэтому всегда есть лежаки свободные. Вот сколько лежаков свободных. Остров довольно-таки небольшой. Можно обойти за 15 минут. Территория очень зеленая. Еще свободные лежаки, пожалуйста. Ну вот я и обошел весь остров. Мы пришли на обед. Пойдем посмотрим, что у нас сегодня на обед. Салатики.
супчики, куриный и крем-суп из томатов. Рис, картошечка, еще рис, овощи. Мясо, макароны, гранат сегодня, сладости. Кто тут лазит у нас, а? Ух ты! Вон какой большой краб-то. Большой. А вот маленький ползет. Маленький, а вот большой. Белая-белая. Вон тут большая какая сидит. Я большую видел, а потом маленькую. Вон она. Вон она с хвоста. Вот такие вот звери здесь живут. Красивые. Красавец. Мы идем ужинать. Так выглядит ресторан-галерея вечером. Вот и закончилось наше знакомство с островом Бандос. Сегодня последний день.
завтра мы улетаем домой. Понравилось ли нам здесь? Однозначно понравилось. И хотели бы сюда вернуться. Отель полностью соответствует своим 4 звездам. Конечно, нам не с чем сравнить, но первый раз на Мальдивах. Возможно, другие острова в чем-то лучше. Мы выбирали отель «Остров» за близость к аэропорту и наличие, важно было наличие рифа домашнего. Рифа здесь офигенский просто. От аэропорта 15 минут на катере. Тишина, спокойствие. Для семей с детьми самое то.